Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милости будь ко мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души нашей. Благие души наши, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Встав после сна, мы припадаем к Твоим стопам, к стопам Твоим благи, и ангельскую песнь возглашаем Тебе сильный. Свят, 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 Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи, ум мой просвети и сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружатся, со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие,
и поднял меня спящего, чтобы принести тебе утреннюю молитву и прославить могущество твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слову твоему, уразуметь заповеди твои и исполнять волю твою. И открой уста мои, чтобы прославлять тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веку. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и пойдем ко Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Есть в конце земной поклон. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. По изобилию сострадания Твоего изгладь беззаконие мои. Благократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, единому, согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, ну вот ты возлюбил правду и открыл мне сокровенную тайну премудрости твоей. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадоваться сокрушенные кости. Отврати чувство твое от грехов моих. Погромче. И изгладь все беззакония мои. Сердце чисто сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость надежды на спасение тобою, и владычественным духом утверди меня. Я научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от пролития кровей, Боже, Боже, спасение моего. Язык мой восхвалит правду твою, Господи. Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою. Ибо жертву ты не желаешь, я дал бы ее к всесожжению, не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, ты не отвергнешь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, благоволением твоим Сион, и да воздвигнутся стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут те жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу тебе песнь, Спаси, и припадаю к стопам твоим, взываю к тебе, не дай мне уснуть в греховной смерти, но жалься надо мной добровольно распявшийся,
Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И посвятна ночного пошли мне ясный, безгрешный день, Христе Боже. И спаси меня, Владыка, человеколюбчив, встав посвятна, спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне, всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, ибо Ты мой Творец и Источник, и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины посвященным сердцем исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель, Боже сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий и озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затемненного места на своем пути. Ты сам бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий Судья придется славою воздать каждому по делам его, да найдет он нас не лежащими сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди его и готовыми войти с ним в радость и божественный чертог славы его, где непрестанные голоса торжествующих, невыразимая радость видящих несказанную красоту лица твоего, ибо Ты истинный свет, освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение, веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами
отгони от меня ничтожного и несчастного раба твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо ты благословенна от всех родов, и твое пречистое имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о мне, святые угодники Божии, Василий, ибо я усердно к вам прибегаю. Скорым помощником и молитвенником о душе моей, Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, и благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего Церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей моих, братьев и сестер, родственников, начальников, благодетелей и всех ближних моих и друзей. Сергея, Игоря, Николая, и всех православных христиан, подаем твои земные и небесные блага, и не лиши их милости твоих, посети их, укрепи и силою твоего. Твоею даруй им здравие и спасение души, ибо ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, родителей моих, родственников, благодетелей. Сергея, Иоакима, Игнатия и всех православных христиан, и прости им все их грехи, вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное, со святыми упокой, Христе, души рабов твоих, праотцов, отцов и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину, достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшую, нежели Серафимы.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Господи, и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия, не дай мне. Не дай мне. Поклон делай земле. Не дай мне. Дух же поцеломудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему. Кланяйся. Ей, Господи, Царь, даруй мне зреть моя прегрешение и не осуждать брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Сто поклонов. А? Сто поклонов, Господи Иисусе. Давай. Сто поклонов. Поясни. Да, Господи Иисусе Христе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Поклон. Господи. Поклон. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Авва, Отче, услышь молитву нашу, помилуй и просвети меня грешного. Поклон. Тайное и явное в уме и в помышлении, во дни и в ночи, во все дни жизни великие и малые, грехи мои прости и соблазн, который я подаю ими, где я падал и падал. Где я падал и вставал, Господи, но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться во спасении. Слава Тебе!
это помощь Духа Твоего Святого и молитва святых. Хвала Тебе, аллилуйя. Это что, повторять 10 раз? 10 поклонов? Нет, не повторяй. Это вот 10 поклонов сделал, теперь Богородице 10 поклонов сделай. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми, Матерь Божия. Поклон-то делай. Матерь Божия, благодарю Тебя, покрой амофором любви Твоей. В скорбях, печалях, тесных обстоятельствах Ты помогала мне от позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасла. Спасала. Измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Пресвятой Богородицы, за род человеческий. Дивная заступница наша, Дева Мария, моли Бога о нас. Ангел Христов, хранитель мой, святой, моли Бога о мне грешном. Добрый мой ангел, благодарю тебя, столько лет ты защищал меня от невиданных злобных духов, которые могли погубить меня сразу без покаяния. Не отпусти из жизни. Ты меня хранил в транспорте, и всюду благодарю тебя. И всюду поклон. Благодарю тебя. Ангел, и в смертный час не покинь, и на мытарствах проведи душу мою. И доведи до Царствия Небесного, и веди в обители вечные. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Иоанн Креститель, научи нас жить в бедности, довольствоваться питанием и одеждой, искать прежде всего Царствие Божие и правду Его. И не бояться начальствующих и правителей грозных и вас. И устоять в верности Богу. Господи, услышь наши молитвы и молитвы тех, кто молится о нас. Косность сердец патриарха и митрополитов. Коснись сердец. Коснись. Коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников и диаконов, тех, кто являются служителями Твоими, Господи, Боже наш.
Святитель Христов Николай Меликийский, чудотворец, образ кротости и послушания, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе за святителя Господня Николая, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе! Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный! Спаси нас, Господи, и помилуй! Аллилуйя! Святые пророки Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф и патриархи. И патриархи Ездра, Неемия, Амос, Наум, Иосия, Иеремия. Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Иосия, Иоиарив. Не Осия, а просто Осия. Осия, Иоиль, Аггей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил. И отроки, отроки, пророк мой Михей, молите Бога нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию. За дивных пророков, которые движимые Духом Святым изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Хвала Тебе за переводчика Священного Писания. Ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолы Божии, предстоящие, молите Бога о нас. Святые, всехвальные апостолы, первоверховные Петр, Павел, святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, да продлится еще мир. Имена правителя называть. Ну, читай, и так все знаю. Называй. Владимира, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
святые мученики Игнатий, Богоносец, Поликарп, Смирнский, Иустин, Философ, Косма и Дамиан, Андрей, Тротилат, Ерон, Климент, Анкирский. Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон Целитель и 40 святых мучеников. Царь Николай. Что такое? Святое царское семейство. Царь Николай. И святое царское семейство Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Укрепи сердца наши в слове Твоем, чтобы и малые дети искренне веровали в Тебя, вдали и в искушении, и не допусти до принятия антихристовой печати, чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Великий, Макарий Великий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий Иркутский, Николай Японский, Макарий Алтайский, и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует нас, спасет Господь нас, да дарует нам жажду следовать Слову Божие и любовь Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла, первомученица, Фатина, Фатина Самарянка, Феврония, Вера, Надежда, Любовь
и мать их, София, Наталья и Андриан, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прескилла и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Иустина. Молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от поругания и нападения недобрых людей. Хвала тебе, Сыне. Слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю и благоухание, приятное Тебе, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых на небе и на земле, молящихся во благо нам. Господи, говори, слушает раб Твой. Аминь. Аминь.